Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День первый. 1000 монет. Такс. Всем прив. Окей. Отправляем. Так, ну что, сундуки открываем, ребят. Новая краска. Это у нас для мотороллера, я так понимаю. Так, скоро у нас випка закончится, ребята, и новую уже не приобрести. Потому что магазины перестали работать здесь, в Google Play. В Google Play. Так, что мы хотели? Результаты посмотреть. Результаты, наверное, плачевные. Конечно же, плачевные, друзья мои. Я уже не удивляюсь плохим итогам. Это уже привычно. Так, ну что, открываем сундуки. Новые колеса выпали мне. Так, и поехал я, короче. Ну, 26 тысяч кубков вряд ли я, конечно, возьму. Но, наверное, вот эту вот награду точно одолею. Лесная тропа. Блин, я забыл поменять моего водилу. У нас этот сонный в пижаме чудик. Ох! Ненавижу я такие трассы, ребята. Ну, давай хоть вторым. Замечательно. Да, была проблема в том же, ребят, когда я упал с большой огромной высоты. Я приземлился не на колеса, а вообще непонятно на что. И только лишь из-за этого я потерял очень много именно в скорости. А у этого что, парни, идет? Ускоритель колес, я смотрю, там стоит, да, вроде бы. Почему моя машина прыгает дальше, чем его? Скажи мне на милость. Непонятно, но я его все равно обогнал. Это, кстати, его подвел именно ускоритель колес, потому что его начало закидывать вперед. Нифига мотоцикл. Просто на изи взял и проехал. Через все вот это вот. Ну, а я, как всегда, в своем репертуаре, блин, шпиндякнулся, блин, как не знаю кто. Ну, ты издеваешься, что ли, блин, сейчас? Ну, все понятно, короче. Приехал. Фиг поймешь, 6. Ну, второе место у меня, ребят. Второе место. Кумок Штормрайдера. Блин, я же опять хотел поменять этого водителя мне. Не надо. Вот уралики, ребят, ну это просто беда какая-то. Вот именно с этими черепками. Вот сколько я уже замечаю. Это не впервые. Смотри, у всех ралли, которые со мной едут здесь, да, у всех стоят магнитные ускорители. У всех. Как я это определяю? Ну, вон, ребята. Определить это элементарно просто, потому что у них у всех вон магнитики сзади висят. И, конечно же, когда они эти магнитики берут, они все очень сильно ускоряются. Точнее, не магнитики, а деньги. Почему тягач вот так вот легко и непринужденно просто проезжал там все? Вот объясни мне. Я не понимаю. Он эти горки объезжал, как будто это даже не горки, а как будто ровная площадка. Вот серьезно тебе говорю. Забулдыга вот это вот. Задание завершено. Проедь, что там, 2000 метров? Не надо вот. Ну, смотри, 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 опять. Наконец он там где-то встрял. И мы приехали первыми. Странно. А, ну тут... Подожди.
Тут одна гонка была всего лишь. Что-то не могу понять, почему я приехал вторым. Так, водитель, давай-ка я тебя поменяю. Что-то ты меня вот напрягаешь, если честно. Возьмем вот эту вот шапку. Возьмем эту шапку, возьмем... Я даже не знаю, вот это лицо, наверное. Плюс вот этот костюм. Штаны где-нибудь есть новые? Нет штанов новых у нас, да? Пускай вот такие вот будут. Ну и все. Чувак в ушанке. С позаранку. Ну, про супердизель я молчу, тут уже даже говорить нечего. А что все назад-то? Все назад поехали. Ненавижу эту трассу, ребята. Ненавижу я ее просто. Тяжелая она с своими вот этими всякими перепадами. А самое главное, что мне непонятно, почему, ребята, я... все быстрее меня стартуют. Ай! Ай! Я думаю, тут никому не надо ничего объяснять. Все и так все прекрасно увидели, что произошло. Конечно же, на этих камнях все. И первое место. Ненавижу по камням ездить. Ненавижу. Дай боже мне эту гонку одолеть, а. Опа, вниз. Тут надо вниз, ребят, нырять. Нырнул, блин, чуть не разбился. Опять? Ну, здесь хоть благо нормально проехали. Отлично, ребят, все. Первое место по итогу. Прикид такой. Ай, прикидон. Ну что, забираем награды наши. Ох ты. Ох ты, ребята, новая эпическая шмотка. Пьер. Слушай, а то лицо, по-моему, было не клоуна. Это был Пьер, оказывается, по-моему, ребят. Которую я говорил, что вот он клоун. Так, воскресный чемпион. Мосты и камни. Такое название ужасающее. Мосты и камни. Ну и как видим, тут ролик. Спортивное авто, естественно, ребят. Оп. Я горючее не успел взять. А вот тут мне очень оно помогло. И, видимо, из-за этого, ребята, я и финишировал первым. Потому что, ну, прямо перед финишем я успел взять канистрочку. Фига там ребята газуют. Ну, конечно же, Рэй во всякую лужу. Опа, как это он? Как он на ровном месте, ребят, мог? Опять же меня выручила канистра, которая там лежала на дороге. Прям перед финишем, ребят, лежала горючка. Я ее, естественно, успел подхватить. Так, подожди. Ненавижу дома. Ну! Тихо-тихо-тихо, не останавливаемся. Едем, едем, едем. Рейчик, ты че? Там сзади мотоциклист на халяву захотел уже взять первое место. Ага. Блин, 4 гонки, оказывается, здесь. Идеальный старт, не было идеального старта никакого. Опа. Так, я что, не понял, мотоцикл тоже там, что ли? А, так у него и монетный ускоритель, и нитро стоит, прикинь. Вот, значит, в чем секрет его ускорения. Понавтыкал на свой мотик. Ну, на мотоцикле, как я, ребят, посмотрю, просто ездить очень сложновато. Управление какое-то не особо хорошее.
Так, нам осталось совсем немножко. У нас кубок застойный. Болотистая поездка. Болотистая поездка, да, значит? Не надо переворачиваться, пожалуйста. И все, и мы с тобой опять где-то... Ух! А вот это мне понравилось, что мы сейчас сделали. Мы сейчас вообще круто. Все там упали, что-то где-то распластались. А мы взяли просто на ускорение и залетели на эту горку. И всех обогнали. А кто-то там, я смотрю, ага. Ты понял, что он там себе надел? Естественно, амортизаторы, друзья мои. Попрыгунчик здесь у нас в фламе. И это плохо. Ну, плохо в том, что... Блин, что он будет прыгать. Ну, а мы с тобой на ускоряшке. Опа. Опа. И в дамочках. Ну, в дамочках это, ребята, означает, что это в шахматах. В шашках, точнее, в шашках. Когда побеждаешь в дамке. Опа. Давай. Ну, фигли. Твою ты. Вот что, ты специально сейчас так это сделал? Ну, понятно, ребят. В общем, был шанс приехать первым. Приехали третьим. А по итогу все равно, ребят, буду первым. Жит. Что, набрали? Нет, мы не набрали с тобой награды. Эпическая для танка, да? Так, нам нужно еще делать. День гонок. Блин, обожаю вот эту трассу. Если это она... Я люблю такую же трассу на зеленке. Но тут спорткар взят. Смотри, что происходит, ребят. И в мою машину круче всех закидывает, я посмотрю. Всех. Ну, не всех, конечно, кроме мотоцикла. Остальных всех вздрючил. Так скажем. И это прям перед финишем. Давай, Рэй, только без врезаний, без вот этих всяких своих. Упади только нормально. Да ёпрасоты, ну... А, у него там еще ускоритель на задние колеса стоит. Вот оно что. Да как у тебя срабатывает? А, он нитро, ребята, у него уже нитро, ё-моё. Я думаю, что он так гоняет? У него стоит этот. Ну, он сбоку, вот сейчас тебе покажу. Не, этот тот вообще, походу дела, разбился. Нитро у него было. Вот он и газовал на нем так быстро. Думаю, почему я его не могу обогнать-то? Ох ты. Ох ты, ребята. Обязательно, обязательно нужно взять. Столичный кубок обожаю, наверное. Обязательно надо взять новый вид какого-то предмета для, именно для рук. Бери горючку. Поехали. Так, не надо мне никакие там верхушки. Облегченный вариант авто у нас сразу. Не иди ты в пень. Хотел там что сделать. Закатай губежки, Рэй на трассе. Тут и ККМ-ка, я смотрю, у нас. Наверное, я сделал, блин, тупость большую, огромную просто. Все назад поехали, да? Ну, не назад, я имею в виду, все вниз-то прованули. Так, что у нас получается? Пока мы одинаково едем. Ну, не одинаково едем, а одинаковое количество очков. С этой, с формулой, или как она там называется? Вот то, что я горючки там пропустил целый ворох, это плохо.
Блин, да как он умудрился, а? Как он умудрился, ребята, приехать первым, блин? Колеса вот эти вот. Вот именно на них же всю скорость и тратишь, ребят. Ну, тратишь. Именно вот набираешь, да, разгон. И по этим колесам бум-бум-бум-бум-бум-бум. Как я не знаю кто. Едешь. Невозможно там ничего сделать, ребят. Старт паршивый был. Ведь не дотянусь же все равно. Ведь знаю, что не дотянусь, и все равно, ребята, лезу. Ролейка, подожди. Ну, с магнитом едет. Фиг ты его обгонишь с этим магнитом. Ой-ой-ой, опять. Вот нам повезло, что мы в воздухе прям с тобой. Что мы прям в воздухе взяли горючку, и мы перелетели. Это нам дало вот это вот некий шанс обогнать всех и взять первое место. Ну что ж, поехали дальше. Болотистая дорога. Ну, болотистая дорога, насколько я помню, это именно с крокодилами, да, вот с этим. Совсем. Мотоцикл. А как он, вот объясни мне, как он разбивается на ровном месте, ребят, я не понимаю. Я не успею, да, горючку взять? Я первым. Старался, чувачок, старался. Хе-хе-хе, да ничего у него не вышло. Лузер. Ребят, я не знаю, может быть мне удалить вот это вот нитро наше? Или не знаю, напишите в комментариях. Я не так часто. Пипец. Вот это было просто подставой. Это я сам себя подставил. Мне надо было тогда дожимать уже до конца, до упора. Заезжать наверх. Нет, блин, повелся на поводу у всех. Ну, чё ты... Бестолочь, блин. Просто бестолочь. Все, ребята, отъезжаем назад. Один мотоцикл умудрился где-то там разбиться. Просто разбиться, ребят. Но все равно это третья позиция. Отъезжаем назад. Но все равно я заберу этот костюм. И этот посох, или что бы там ни было. Да как он разбивается на ровном месте? Я не пойму этого. Паршивая трасса, на самом деле. Вот эти вот кочки, которые там, их очень много, ребят. Я бы хотел посмотреть, как работает еще вот этот вот монетный ускоритель. Вот серьезно тебе говорю. Был бы он у меня, было бы круто. По идее, вот эта вот спортивная машина, она должна... Если ролейка не любит кочки, то вот эта вот прошивка вообще не должна, ребята, проезжать нормально. Она должна вообще, не знаю, у нее ну, ты видел, какая посадка, подвеска? Вообще ни о чем. Он должен каждый камень тут пересчитывать. Но нет, что-то там как-то прыгает, умудряется еще, не знаю как. Все равно не могу ничего сделать. Надо, наверное, нитро, ребята, убирать.
Фига мы там перелетели. Теперь еще подумай, стоит ли убирать нитро или нет. Первое место заняли. Не знаю, если ты его берешь, это горючее, да, то очень хорошо. Особенно где-нибудь там перед финишем, да, оно нормально помогает тебе. Но если его нету, и ты едешь долгое время на... Просто вот, просто едешь, то ты уже думаешь, блин, стоит ли вообще с ним возюкаться. Также у нас есть вот такая еще штука. Я не знаю, что такое летайте по воздуху. И как это будет выглядеть, летайте по воздуху. Но костюм у нас, конечно, офигенный. Так, испытание падения. Испытание падения это в плане. Так, какой-то наггет там на первом месте у нас едет. Так, вторым приехал. Трасса короткая, ребят. Что-то слишком много ролеек стало, тебе не кажется, на трассах? Да что ты твою... Пипец, четвертым приехать. Дебилизм, а? Блин, неужели он на своих монетках, блин, все это... Ну, по-моему, он, ребят, на монетках выигрывает как-то, я не знаю. Я не могу ничего сделать с этим монетным ускорителем, блин. Причем магнит, ребята, это означает, где бы ты ни был, тебе не обязательно даже на эту монетку наезжать. Просто магнит ее притянет в любом случае. И все, и в любом случае у него это ускорение будет. Вот в чем беда. Ну, где там, что там? Ну, для меня все равно, ребята, остается конкурент очень сильный. Это ралли. Именно раллийное авто. Так, я надеюсь, вам не слышно, как этот соседушка опять там перфоратором херачит. Как он достал меня, блин. Ну, есть, взял, успел. Ну, ККМ-ка, ты посмотри, ККМ-ка-то, а? Не уступает. Хорошо, она едет плавно так. Вот я посмотрю. Так, ну что, у нас последняя гонка здесь. На этой зимней. Старт вообще ни о чем, ребята. Босс-драйвер какой-то тут у нас едет. Отвали ты. Прям подрезал его под носом, ребят. Чтобы не мешался нам. Так, ну почему ты мне вот этот форсаж не дашь на мою тачку, а? Он дает на спортивное авто. А у нас вообще по приори форсаж вообще может быть? Должен быть? Опа. Опа. Опа, что-то я вообще, ребят, одни ролики, прикинь, едут здесь. Твою налево. Третьим. На роликах въеживаются все, а? Ты посмотри. Была бы у меня ролика с форсажем или еще чем-нибудь. Ох, я бы их тут всех бы драл бы. Нормально я тогда, а? Вот здесь очень хорошо и вовремя горючее попалось мне. Прям, как говорится, бери и лети. Приехал, да поздно. Поздно там чувачок приехал на финиш. Я уже его отщедрючил. Ага, я понял. Горючее. Нафиг бы оно мне всралось, горючее.
Да отвали ты, я не хочу быть последним, ё-моё. Есть второй. А по итогу, ребят, первый. Блин, да сколько же еще, а? Еще гонку нам нужно сделать, да? Для того, чтобы взять глубокое погружение. Глубокое, друзья мои, погружение. Что там у нас? Ватрушки. Шмандрюшки, да? Куда? Что это такое было сейчас? А, это горючее взял, видимо, опять. Из-за этого такое было супер-пупер ускорение. Давай уже едем тогда. А, тут одна трасса, по ходу дела, да? Что ты? Что ты вытворяешь, а, Рэйчик? Пузыри кончились. У тебя кончились пузыри, парень. Ну, едь тогда наверх, блин. Чувак-то захотел, Ты видел, что произошло, да? Он хотел меня обогнать, врезался просто там во что-то. Так, друзья мои, мы забираем с вами костюм лепрекона. И... это посок Гасхана или что, я не знаю, ребят. Фух. Ну что, ладно, давайте мы на сегодня закончим. В следующей серии мы обязательно продолжим и возьмем 26 тысяч кубков и заодно наденем новый костюмчик. Ну как, но не новый костюмчик, а просто наденем. В руки возьмем уже не флажок и не эту фигню, а какой-то там посох. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.